вижу его! Твою мать! Ой! Наконец-то! Сбоку! Тихо-тихо-тихо-тихо, пацаны, вы чё, блин? Так, а что там? Это максимум у меня. Пистолет. Он трехзарядный, так все. А где этот с пулеметом был? Что-то не вихо. А у кого пулемет? Куда он делся? Гори, ублюдок! Вот ты где. Один. Ау. Прижмите его! Возвращаюсь! Да ёпта! Влами ему! Ишь ты, я последний. Господи, Кооп, скольких ты успел выбесить? Так, это, наверное, был генератор, но теперь это просто решето. Ладно, думаю, хватит. Так. Игруха на 30 часов. Когда сбиваешь зомби, мотак ломается, надо чинить, приседать возле движка и зажимать F. А ты уже в курсе.
Игруха на 30 часов. Охренеть. Вот и все. Так, ищу. Бросай! Стоять. Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная! Ох ты ж, блядь. А чё ты, блядь? Надо было её выебать. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Так, что тут еще есть? Еще один калаш. Так, а че патроны не пишутся? Сколько в тебе патронов? 10? Чуть слабовато. Вообще 30 должно быть, по идее, да? А вот и люк. Спускаемся. Не открывается, ну. А вот это мне пригодится. Карта с пометками. Да, неплохо. Им-то она уже ни к чему. Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе, моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу что. Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло. У бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик. Эти твои принципы тебя убьют. Ага, ну, все равно меня что-нибудь убьет. Какая разница, что? Отбой. Че ее трогать-то, блядь? Пускай бежит, ладно. Тут у тебя, блядь, больше шансов, что тебя загрызут. Так. А, винтовка мне не надо. Хотя... В шкафчик ее можно было бы, конечно, положить. Нехилая высота. Ладно. Так, чего и куда? О чем там говорил Бухарь. Точно. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь.
Тихо, блин, да я уже с ума схожу, сидя тут на жопе. Черт, тяжело. Так, где там мой мотоцикл? Всё, назад. А, вон уж на карте, ёптым. Так, а что у меня еще там светится? Ладно. То, что надо. Хорошо. Ничего ужасного. А что здесь? На месте разберусь. Отбой. Бухарь, ты был прав. Они расположены на дорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Давай, садись, ёптвою мать. Я и собирался. Отбой. А, он еще так стрелять может. А давайте их по сынам. А чё, они с ними не дерутся, типа? Капец. Трамбуй сегодня. Один. Хрен тебе!
Нихера себе волчонок, блядь. Ты чё, блядь? Да ёб твою мать, сдохни уже. Это последний. А не надо лезть на гору Олени. Бухарь с лагерем бродяг. Все. Больше они никого не убьют на горе Олири. Ладно. Дик. Я должен был помочь, в смысле. Черт. Ты отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север. Понял? Да, да, понял. Отбой. Есть идея получше. Капкан. Эй, Дик, слышишь? Я думал наведаться в лагерь лесорубов, гнезда зачистить. Там много фриков развелось. Бухарь, не надо. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо, Дик. Не, Дик, подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Или займись ими, пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные. Ты наружу? Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял, что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. На север. Ну, он же хавается. Дик, слышишь меня? Ты что, реально поехал на север? Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да, 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 я просто туго соображаю. Такое бывает при ожогах третьей степени. Да. Позаботься об Альваресе, ладно? Там что-то наверху. Дик, для меня это важно. Я позабочусь о ней. А ты отдыхай. Конец связи. Бензин так быстро качается, что это? Его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живой. Так, сожженный зон. Живым? Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам-номадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Гнездо. Какие обиды, я его найду. Так. Давай. Да ёбы, пап. Ну, я на месте. Ах ты ж мудила. Одно гнездо готово. Сколько их еще? Угомонись!
Блин, и патроны уже закончились. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Кто помнит, как выглядят американские трущобы? Люди живут на улицах, в коробках и палатках, потому что не осилили американскую мечту. Некоторые из них сражались за эту страну. А потом федералы просто забыли о них, как об отработанном материале. Нет, ребята, никакой это не вьетнамский синдром. Честнее будет сказать, синдром американский. Ну, теперь мы все бездомные. Живем на лоне природы, как наши предки. Федералы думали, что без их подачек нам не прожить. Но мы доказали, что они не правы. Теперь главное для нас сила воли, решимость и доверие друг к другу. От федералов этого не дождешься. Хотите, чтобы вам доверяли? Это надо заслужить. Вот это хорошо рванет. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно. Радио «Свободный Орегон» снова в эфире. Господи, что я наделал? Еще есть? Ага. Вам это понравится. А ну, ублюдки, давайте. Беги, беги, я понял. Мне надо научиться обращать внимание на эти бочки, потому что здесь полно. Включена? Но у меня было свободное время, кое-что смастерил. Ух ты, да. Вот уж точно не откажусь. Спасибо, брат. Отбой.
гнезда зачистить. Так, а где еще? Склад. Ага, мирный, уютный, словно дом родной. А вот гнездо, да? Что тут все разом обосрались? Фу, господи. Что-то здесь прохладно. Но я вам помогу. Что есть кинусти? Керосин. Да нет, Дима. Вы-то что тут забыли, а? Так. Наверху что еще? Давайте, ребята. Так, еще одно гнездо осталось. Ой. Это что?
разогреть. Да ёпта. Блять. Неужели все? А, ёпта. Ты сука, чуть не убил, блядь. Неужели все? Наконец-то. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик, как дела? Много их было? Ага, но я решил их засветло зачистить. Они же не любят дневной свет. Да, ну так, так, наверное, и надо. Ну, в общем, это... Спасибо. Спасибо, что помог, Дик. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой. Так, это что такое? Сент-Джон, это Купленд. Что-то давно Бухаря не видно. Просто он ходил для меня на вылазки. Вы же с ним друзья? Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Куп просил заглянуть. Буду очень благодарен. Конец связи. Вот так. Порядок. А этот разобьюсь, да? Чё это такое? А, да там снайпер! Притих, да? Потери! Ну и патронов нет, блядь. Описывай там. Аптечки. Так, это еще кирка. Пойдет. Ирка, блядь. Что, пошли по линии? Гнездо где-то рядом. Да вот же. Чую вонь. Плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон? Может быть, здесь?
есть. Осталось определиться, кому это отдать. Вертолет. Вот. Бухарь, ты меня слышишь? А, ты просто не поверишь. Я только что видел вертолет. Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро прошел прямо надо мной и как будто меня не заметил. Столько времени прошло, и трубишки откуда прилетают вертолет? Я поеду за ними. Попробую выяснить, что они тут забыли. Дик, будь осторожен. Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты? Какие глупости? В смысле, а что они с этой хренью-то делают? Погрузить заначку на байк. А. Погрузить, значит. Я уже перепугался, да что за дело. Так, бензин соточка. Так, сколько там времени? Ух, блядь. Да хрена. Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Еще.